Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами в экотехнопарке SkyWay, и здесь происходят важные события, о которых вам расскажет начальник бюро испытаний закрытого акционерного общества струнной технологии Дмитрий Книга. Сегодня мы испытываем юнибайк на высокой провесной структуре, на подъем его, на тягово-сцепные свойства. Все 400 метров мы тестировали на юнибайке сегодня. Сегодня дополнительные у нас сложности, очень сильный порывистый ветер, но все в штатном режиме. Как я понимаю, как раз такие экстремальные испытания заложены в принципе, когда испытывается и путевая структура, и подвижной состав SkyWay. Да, это один из видов или там, разделов испытаний, когда дополнительная ветровая нагрузка приходится и на движущие средства, и на путевые структуры. Вот сегодня такой момент как раз наступил. И как юнибайк преодолевает проблемы типа сильного ветра, как сегодня? Ну, все уверенно поднялось, абсолютно без всяких проблем. Останавливались на середине подъема, пробовали тронуться еще раз. Абсолютно уверенное движение. Нас это вдохновляет. Как я понимаю, и вслед за этим последует испытание по кругу движения и юнитрака, и юнибайка. Да, юнитрак мы уже по кругу гоняли. Ближайшее испытание юнибайка по замкнутому кольцу, подъемы, спуски. Ну и дальнейшая отладка систем. Все в планах. А когда это примерно ожидается? Следующая неделя у нас плотный режим, график работы. Желаю вам успеха в завершении испытаний сегодня. И очень прошу, не забудьте нас позвать на испытание юнибайка при движении по замкнутому кольцу. Спасибо вам большое и удачи. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлением новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и в вашей жизни всегда будет место шикарному виду и картине маслом. Строй SkyWay! Спасай планету!